Привет, друзья, подписчики мои! У нас сегодня такая вот штучка. Это называется Awesome Little Green Man Close Combat Team. Маленькие зеленые чуваки, как-то так дословно. Вот такой фургончик. Фургончик, к сожалению, только коробка. Было бы круче такой реально, ну, посмотреть большой фургончик. Вот, стоило в районе 1,5 шечки, делает компания MGA. И давайте уже будем открывать, посмотрим. Тут, я знаю, жетончик есть. Как его грамотно открыть? И все, это по идее игра, но, к сожалению, никакого... Нам в России оно не зашло, нам оно не нужно. А, ой, подожди, тут еще есть фигурка? Ой, а я не знал. Слушай, а прикольно, слушай, вот это... А где, подожди? Close Military Lil Grim, игрушка Sax, все понятно. Так, MGA, серия 1. А где написано, что здесь 5 штук? То есть я вообще мог ее не открывать, да, то есть... Но в целом это классно, причем их могут и продавцы в магазине стырить. А что, открыл аккуратненько? Типа люди скажут, ой, какой-нибудь Сафронов скажет то, что, ой, жалко, здесь пусто, могли бы что-нибудь положить. А вот было, а было, давайте посмотрим, что у нас здесь. Просто на фигурку это не особо смахивает, возможно, здесь кубик. Я понял. Короче, я понял, это у нас... дополнение вот к этим чувакам. То есть, получается, у них у каждого бойца, так сказать, должны быть свои жетоны. И у нас получается огромная коллекция, на самом деле, по сути, это одинаковых фигурок. То есть, вот у нас идет зеленая коллекция Green Army, Common Rare, Super Rare, да, все как всегда. И вот абсолютно такие вот, смотри, такой же с противогазом. И вот синий абсолютно такой же с противогазом. То есть, получается, они все абсолютно идентичные друг другу. Вот есть самолет, здесь есть тоже самолет. Я считаю, что, ну, по самолету окей, но насколько у вас так много фигурок, могли бы как-то сделать, ну, по проработанию для каждой стороны, потому что это халтура, синий и зеленый, по сути, одно и то же, и это не прикольно. Вот, но в целом буклет большой, в принципе, интересно. Для тех, кто любит коллекционировать всякое разное, то круто. Вот, 4 жетона. Почему-то 4, кстати. А, они все 4 жетона, я не знаю, для чего нужны, но они все вот так, 4 этих жетончика. Смотри, что пишут. Awesome Little Green Man. И здесь у нас лейтенант Ночной Кошмар. Майор Легаус. Здесь Приват Поунс. Рядовой, я так понял, Поунс. Сержант, майор, старший майор Темпер. Но вот такие вот 4 жетона. Прикольно, прикольно. Идем дальше. Но, да, допустим, у Бакугана в большом наборе все-таки есть настолка, типа, какая-то часть игры самой, да. Здесь, к сожалению, какая-то просто убогая коробка. Но это MGA в своем стиле. О. Вообще, по идее, они продаются еще и вот в таких комплектах. То есть, есть синий и зеленый, есть там какие-то маленькие наборы. И вот такие вот коробочки в основном еще продаются. Окей. Так, и вот у нас тут что-то. Тут пусто. Вот сами вот такие фигурки. Вот такой красавец. У него он лежит пистолет зачем-то. Это кто? Кто это? Вот как узнать, кто это такой? А вот, по шлему. О, это майор Темпер. По майору Темперу. Где его здесь искать? Здесь очень все много всяких ребят. И майора Темпера мы тут не найдем, я так полагаю, потому что мне лень. И они все, в принципе, однотипные. Не особо-то они круто выглядят, если честно. Где майор? Я вот его даже не вижу. То есть, лижущего пистолет парня здесь я не вижу. Не знаю. Ну, короче, неважно. Вот такой вот чувак. Он вообще похож на ребенка. Какой-то майор. Это не майор, это какой-то странный фрикивковый чувак. Во! Вот этот крутой, вот этот ниндзя. У него 2 гранаты, дымовая шашка плюс граната, грена, как так они называют его, бронежилет. А это вообще, по-моему, даже не человек, а это какой-то робот. И это у нас, судя по жетону, приват поунд. Либо рядовой поунд, либо это какой-то робот. Ну, окей. И самая глобальная фигурка, я думаю, его мы сейчас тут и найдем, кстати сказать, на какой-то трубе.
А, это майор Легаус, он rare. Майор... А где супер rare? Какой тут супер rare? Я что-то не вижу его. Да, вот, майор Легаус, он rare, но учитывая то, что можно купить его просто в открытом блистере, он, я не считаю, что он rare. Вообще, в подобных сериях, когда фигурки не особо-то чем-то друг от друга отличаются, писать rare — это глупо. Вот это мне интересная штука, она какая-то как пластиковая или это ткань, возможно. Я... Они тут половина, на самом деле, rare, а где, я не знаю, где же super rare, я вот не особо вижу. И это у нас, кстати, чувак Close Combat Team. А, закрытая команда, получается, что... А, ну вот, обычный этот пацан с газовой шашкой. А, вот наш сержант-майор Темпер, лижущий... Он такой майор или сержант? Старший майор Темпер. Но он похож на ребенка. Посмотри, у него лицо как будто детское какое-то. А, ну и вот, Легасов, Легасис, майор Легус, или Легис, как-то так. А майор Легист, видимо, боится всего, он поэтому залез в свою подводную лодку и сидит здесь. Ну хорошо, получается, что у нас лейтенант Найтмэр. Как он хоть выглядит, сейчас мы узнаем. Да, у нас получается Close Combat Team, у них у всех одинаковые принты на шлемах. Вот такие, видите, типа кулачки. И у этого лист, у этого звезда, у этого... А, это их полоски, это их звание, окей. Ну, это, наверное, какой-то робот, хотя... А, вот это какой-то... Я понял, ладно, неважно. А, так. Подожди, но здесь нет. Вообще, по идее, майор Легас самый, типа, редкий, а майор Темпер, сержант майор Темпер. Не знаю. Не хочу разбираться в этих званиях американских. А, вот, нашел Blue Army, вот, супер редкий. А у нас получается... Кто? Лейтенант Найтмэр. Но это не супер редкий, сразу вам скажу. А где он? Подожди. А, он из другой, смотри, он из какого-то шлема вот здесь. Ой, я сразу не видел. Он какой-то из шлема. Ага, вот он. Лейтенант Найтмэр. Генерал Деструктор. Во-во-во, вот он. Лейтенант Найтмэр у нас будет вот такой, как этот, как из Splinter Cell'а. Вот такой Mystery Soldier у нас комплект. Давайте скорее откроем. Узрим. Как же он выглядит? А, да, здесь, получается, нет жетона. Вместо этого парня они жетон положили отдельно на веревку. Вот, ну вот этот крутой. Это крутой, он из другого подразделения. Он забавный, он крутой. Вот, что хочу сказать. Что по фигурке, в принципе-то, они, в общем и целом, крутые. Сделаны неплохо. Но, ребят, это все равно... Во-первых, они для обычной настолки, они большие. То есть, да, для их своих правил, которые, кстати, где-то здесь должны быть написаны, по идее. Там надо то ли мяч кидать, то ли монетку. Я что-то смотрел американские ролики. Так, ага, вот их звание, значит, приват, сержант, сержант-майор, а, так это какой-то крутой чувак, сержант-майор, раз он, генерал, а, подожди, нет, колонел, полковник, второй лейтенант, капитан, генерал, видимо, самый большой, но рядовой, корпорал, видимо, этот ефрейтор, сержант, сержант-майор. А почему сержант-майор, а майор выше? Мутная какая-то история. Но, в общем и целом, окей, окей, ясно. А, я понял, это, видимо, их шаги. То есть, типа, где? Рядовой может ходить, видимо, на два. Вот этих вот, ну, как, такая штука должна быть длинная, чтобы... А, и, может быть, жетоны имеется в виду, нет? Нет, не жетоны. Которая такая, так раз, перекладывает, да, типа, чтобы вместо поля нету, есть такие вот, ну, просто на столе играешь без поля. А, так, получается, этот у нас ходит на 2. А, данный чувак ходит у нас на 4 аж целых шага. Майор у нас ходит на 8, вообще всех растарабанит. А это кто вообще? А это какой-то... А, это второй лейтенант, у него 6. Я понял. А, ну понятно, целый комплект, да? Видимо, вот этот чувак, который здесь нарисован, это... А, ну да, генерал Паник, генерал Деструктор. Они, видимо... Подожди, причем генерал Деструктор есть еще и вот здесь же, в этом формате. Но он тоже является супер редким. А генерал Паник, он один такой в таком формате. Но он супер редкий получается, да? Но у врага-то есть такой же, тоже генерал Direction. А, типа Destruction, а здесь написано Direction, типа разный. А вот здесь прям реально какой-то вот такой чувак.
такой прикольный. Ну, не знаю, короче, все это одно и то же. В целом, прикольные фигурки, мне зашли, они крутые, мне нравятся жетоны. Прикольно, любите настолки, можно прям коллекционировать, играть. Но для стандартной настолки они большеваты, для своей частной игры у них нету поля. Можно, конечно, этими штуками перекладывать, но мне кажется, полем было поэффектнее. А так, сегодня суток, подписка на канал, с вами был Чудышник Гамоша. Всем пока-пока!